Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Катрин. Продолжаем The Last of Us DLC, оставшиеся позади, вторая серийка. Я хочу сразу начать с плохих новостей. Хотела уже вчера скачивать вторую часть, но, к сожалению, как оказалось, она идет эксклюзивом на PlayStation. PlayStation у меня нет, когда выйдет на ПК, игра тоже неизвестна, поэтому откладываем в долгий ящик. И получается, что DLC это будет последнее, что связано с The Last of Us. Я очень расстроилась на самом деле. Я уже всем поотвечала в комментариях, что буду проходить вторую вот сейчас после DLC, но, блин, капец. Разработчики написали, что The Last of Us 2 это будет первая игра, которая потом появится на ПК. Пусто. Где бы достать бензин? Только когда это все будет, в общем, неизвестно. Пока что берем пистолет. Ага, все, тут закрыто, потому что нужно найти бензин. Так, окей. Ну, давайте-ка пойдем бродить. А, еще вы в комментариях написали, что... Твою мать! Сталкеры! Так, это мне не нравится. Блин. Где эти гниды? А чего они сразу нападают? Хорош. Перезарядка. Давай, Елечка, давай. На Джоэла они сразу так не нападали. Ладно. Может быть, еще один? Где вы, гнидочи? А, он. Бежит, сука. Думает, я его не увидела. А-а-а. Тут хоть никого нет. Ах ты. Кто? Кто еще где? Кто где? А? Хорош. Нормально. Ага. Закончились сталкеры, и патроны тоже закончились. Все, что ли? Да, вроде бы. Так. Ищем бензин. Ой, так вот, о чем я говорила. Вы в комментах написали, что вот это вот Райли, она и не подружка. Девушка, получается. Кошмар какой-то. Блин, для меня они выглядят просто как лучшие друзья. Я об этом даже не подумала, если честно. Может быть, потом нам как-то это все покажут. И я пойму, действительно, но... Ага, мне туда. Но пока что выглядят они как друзьяшки. А вот еще тут можно... Пусто. Как она там поняла, что пусто? Ни хрена не видно. Это просто бутылки. Блин, ну я надеюсь, на ПК игру сделают в ближайшее время, хотя бы в этом году. Тоже пусто. С помощью шланга откачать бензин в канистру. А, тут где-то. Блин, подсказки прям напрямую мне показывают, где что находится. Но мне так хочется и тут все проверить. Может, еще патроны найду. Ам, ам-ам-ам, батончик съели. Пусто. Черт. Так.
тут закрыто. Черт, заперто. Я думала, пока еще эмоции свежи, воспоминания по первой части, как бы. Сразу пройдем вторую и вообще чики-пики будет, но нет. Отлично. Как это делается? Берем шланг и высасываем бензин, так? Вдыхаем один раз. Все, все, отпускай. Пошло. Представляю, так. Какой нибудь в борту вообще. Ладно. Нормально? Этого хватит. Хватит, хватит. Опа, это что? А как-то забраться можно? Не поняла. Как мне поднять тут ресурс? А, видимо, тут вот забраться можно, да? Ну, залазь. Эли. Да не сюда. О. Ну давай. Мы же знаем. Ладно. Ну-ка. Вот так. Блин, а будет громко. Могут еще набежать. И... оп! Оп! Заметано. В воду не соваться. Там ток. Хорош! Может быть, как-то выключить генератор и забрать с них лут? Так, дверь я открыла. Ух, это током херачит. Это чтоб мы не забыли. Что, туда нельзя? Что у нас здесь? О, коктейльчик. Угу. Я могу пойти. Давайте так. Потому что там дальше нет прохода. Тихо. Смотри вперед. Все получится. Ты не упадешь в воду и не поджаришься. А, ну вот здесь можно, правильно? Там дальше прохода нет. А, блин, можно было тут лут взять, да? Нехай, нехай лежит. Кому-нибудь пригодится. Я вот теперь думаю, какую следующую группу? Вы мне писали за Биошок. Биошок у меня, кстати, есть. Все три части. Я в Epic Store, помню, попала на бесплатную раздачу. Еще вы мне очень часто писали за киберпанк, за кейс аниматроники. Нафиг. А еще я что-то выписывала. Что-то я еще выписывала. Так, а куда мне? Собственно. Туда? А если залезть наверх? Да, точно.
Я бы туда даже не посмотрела без подсказки. Серьезно. Мы все взяли. А, вот теперь и... Можно вот так вот пройти. Ах ты! Все, я поняла. Все, я поняла. Нужно открыть, а потом подставить, чтобы она не свалилась. То по-любому я как бы сюда не заберусь. Все, отпускаем. Ха-ха. Наконец-то. Аккуратненько. Так. А, ну в принципе все. Мы дошли. Патрики. Патрики, патрики. Так, мы здесь не были, да? Тут уже была закрыта дверь. Да, я вас слышу. Очень медленно. Вот этого надо убить. Блин, как мне не нравится так ходить, это ужас. Здесь я тоже могу ножиком зарезать вот этого вот ненужного здесь персонажа. Так. Или можно как-то пройти? Тут он лут какой-то. Чепу, где ты? Ладно, пока что недалеко. Угу. Ты один? Вот зараза. Пугает специально. Там еще кто-то кряхтит еще. Тише, тише. Спокойно, спокойно, тебе послышалось. До сих пор этому поражаюсь. Элли тупо ножиком убивает щелкунов, а нам нужно было целые заточки крафтить. Так, здесь вот эти вот зеваки где-то. Ага, вот стоит. Надо сначала с ним разобраться. Этот еще, походу, не полностью в зомби превратился. Тихо. Спокойно. Ах
Мне повезло. Мне ой как повезло. Ладно, идем сначала сюда. Какая там траектория? Угу. Тише. Спокойно. Ладно, пока что давайте сюда. Тихо, тихо, тихо. Учуяла, что ли? Нет. Блин, а я не знаю, кого сразу. Это банка тут так стоит, как будто я ее сейчас... Ладно, щелкун пока что далеко не услышит. Щелкун не услышит. Ладно. Дура, чё ты так орёшь? Ё-моё. Так, будем здесь поджидать. Вот тут вот. Вот тут вот. Так, давай только поворачивай. Не прям на меня. По зязе. Это будет... Получается, когда они кричат, вот так вперед нельзя. Возле них нельзя стоять, иначе они меня учуют. Да ё-моё. Ага. Какой кошмар. Вот так. Ё-моё. Получается, они не просто так останавливаются и кричат. В этот момент, наверное, они прям всеми фибрами вокруг себя все слышат. Ну, это было бы очень жестко, если бы меня тут угасили в углу. Здесь, походу, был зоомагазин. О. А, это я отсюда пришла. Окей. Окей, больше лута я здесь не вижу. Че, нигде не блестит? Че, банки разбиваются теперь, капец. Подстава. Ага, я бы по-тихому не прошла. Снова здорово. Вот зараза. Откуда они берутся? Ой.
Так, и как с ними разбираться теперь? Вот, вот так получается, когда они кричат, нельзя рядом с ними находиться. Блин, они мне будут мешать. Сколько их тут? Какие-то они очень шустрые. Очень-очень шустрые. Прям голодные. А ну. Подойдут ближе или нет? От этого надо ухандошить сразу. Ё-моё. А, бежим! Бежим! Бежим, Элечка, давай! Да ё-моё. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Блин, я сейчас выносливо закончится. Отстаньте! Отстаньте от меня! Утю-тю-тю-тю-тю-тю! Еще и мимо кассы стреляю. Хорош! Ой-ой-ой. Так, патроны, ребята. Вот, другое дело. Ходила, ходила, пыталась по-тихому. Все как обычно. Кирпичи берем сюда. О, шоколадочка. А мам? А, так, так, так. Блин, у меня же есть этот. Коктейль Молотова. Надо было кинуть кирпичом, а туда всех заманить и сжечь. Нахрен. Ладно. На вертолет. Я пришла. Вертолет у нас в этой стороне, поэтому сначала смотрим, что тут. О, запись внезапно. Ну, Элис, я нашла пару диктофонов. Может, получится задокументировать все, что происходит. Ну и хоть теперь есть повод поговорить. Пусть даже с самой собой. Ты меня той ночью сильно ударил. Синяк до сих пор болит.
Я пыталась тебя покормить. А ты стал кричать, что я ворую твою еду. Ты хоть представляешь, какая я голодная? Я понимаю, что это у тебя от лихорадки, но... Я ведь ушла от тебя. Отошла на добрых 10 миль, а потом повернула назад. Как ты говорил, спим вместе, едим вместе, срём вместе. Мы одна семья. Так что нет, я никуда не уйду. Боже. Помоги ему выздороветь. Все? Тут такие паузы иногда. Глупость какая-то. А, так он действительно заболел? Или в зомби начал превращаться? Неясно. Интересно. Надо еще поискать диктофончики. Вот вертолет, и как к нему пробраться? Нет. Я какой-то проход не увидела. Здесь? Ничего не поняла. Все. Лезем. Лезем наверх. Ой-ой. А, черт. Так, спокойно. Спокойно. Ну давай. Один прыжок, и мы в дамках. Очень рисково. Капец, она бесстрашная. Только бы не пустая. О-о-о. Все, мое. Никому не отдам. У Элли такие ресницы густые, как будто нарощенные. О, мы сейчас узнаем, что тут за сюрприз. Готово. От нашей подружки. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе. То-то. Эй, а солдаты не увидят, что мы тут свет зажгли? Не, снаружи огни не горят. Откуда ты знаешь? Цикада Мелани мне рассказала. Прикольная штука. Попробуем? Давай, я первая. Ладно. Да. Ты готова? Что мы делаем? Ух ты, ух ты! Райли, иди сюда! Нет, это без меня. Вот это да, я балдею. Ух ты! Не знаю, будет у нас превьюшка или нет. Давай, в этой серии. Давай, поднимайся, садись рядом. Ладно, можно подожди. Вот отсюда взять. Ой. Нет, 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 ух нет, ты. Нет. Ну я же только села. Ты вообще не ходила оживай! До этого. Накаркала. Отстой. Ну, а мне зато понравилось. О, я придумала. Что это? Что треугольник сказал кругу? Что это? Катись отсюда. Сучка, это же книжка каламбура. Что сделал людоед, когда опоздал на вечеринку? Попросил плечики. На, это тебе. Не знаю, никогда с анекдотов не смеялась. Ну вот прям... Знаешь, чтобы разрывало прям. Ты все-таки снова лучший друг. Так, к слову. Я же тебя знаю. Так, к слову.
Ладно, ты готова? Давай. А ну, разрывная. Однажды два галстука зашли в бар и залили за воротник. По-моему, неплохо. Вот это класс. Нет ничего круче поутру, чем вареное яйцо. Смешно. Да, смешно. Мне нравится. Я читаю книжку про гравитацию, и от нее просто не оторваться. Клево. Да, прикольно. Ну, это просто что-то смешное, ну не такое, что прям... Не то, чтобы он не умел жонглировать, просто не хотел сверкать шарами. И куда нам? Люблю язык жестов, а то руки так и чешутся. Вот откуда. Дурацкая. Правда дурацкая. Она эти анекдоты Джоэлу рассказывала. Она их тут все нашла. Подарочки от Райли. Я забыл, как выращивать бактерии. Но они сами выросли. Да. Голодающие часы считают мгновение до обеда. О, да. Врубилась? Да. Считают... Мгновение. Мгновение. Ага. Мне рассказали анекдот про амнезию. Но я не помню, о чем он. Разрывная. Так, все, заканчиваем. Или давайте еще. Вампиренок не пришел из школы, потому что неожиданно получил кол. Ладно. Ладно. Все? Что-то щуки бузят. Придется им дать леща. Да. Занятно. Уж. Забавно. Действительно, каламбур получается. Младенец бесился допоздна, и его еле усыпили. Как-то мрачно. Какой-то черный юмор. Да-да, ладно. Ладно, это я пока уберу. Слушай, спасибо тебе за подарок. Не за что. И как это работает? Мне кажется, там все сказано. Сейчас будем селфи делать. Ну, вроде. Давай я. Нет, знаешь что? Давай ты. О, темы. Love, какую выберешь? Friends, cool. Давайте cool. А что такое стиль? Разве он стильный? Ну, он же в темных очках и к тому же заяц. Точно. Выбираю стиль. Get ready. Оп, сыр. Ангелочки. А теперь страшно. Ближе, ближе. А я боялась, что не будет превьюшек. Так, так, давай мерзкие рожи. Давай. Надуваем щеки. Ну-ка, сделай глупое лицо. Давай. Пятачок. О, готово. А, клёво. Эй, это мы. Глупо выглядим. Глупо, но круто. Оставляем. Что такое Facebook? Может, что-то типа скраббука? Друзья не прочтут. Ну, давайте отправим. Введите имя. Что писать? Да что хочешь. Ну, фамилию свою, например. Так, и... Ой, а какая у нее готово? Фамилия? Вот. О, он делится. Нифига себе. Фейсбук работает? Нет связи с интернетом. Это как понимать? Все, распечатываем. Даже не верится, что получится. И мне. Заново. О, да иди ты в жопу. Бумаги нет для принта. Может, надо вдарить по нему? Ой. Ой. Ой-ой. Что это было? Мы ее сломали. Да, похоже на то. А мне показалось, свет выключился. Ну? Ну? Так, девочки, не будем. Пойдем дальше? Идите. Давай. Через 10 минут начинается 6-часовая смена. Все рекруты должны прибыть на место службы. Как она меня бесит. Она может нормально говорить? Вот правда. Я бы говорила так. А ну. Внимание. Через 10 минут начинается 6-часовая смена.
Так, давай я теперь. Все граждане обязаны постоянно иметь при себе удостоверение личности. Докладывайте местному администратору обо всех людях с симптомами болезни. Помните, бездействие смертельно опасно. Да, так было бы в 100 раз лучше. О, игровые автоматы! О, ничего себе! Я же говорила. Блин, жалко жвачек. Нет вот этих вот. Они же на все века. Если бы они остались, можно было их хавать и хавать. Даже можно поиграть? Неужели не работает? А ну... Не работает. Ударь кулаком. А я думала, что сейчас поиграю. Так, давай. Как? Так, иди сюда. Закрой глаза. Давай. Ладно. Вот тебе управление. Это удар рукой, это ногой, а это блок. Ладно. Сначала тебе надо выбрать героя. Ты выбрала безжалостную, убийственно красивую воительницу по имени Angel Knives. Это я все должна представить? Глаза. Ну хорошо. Она стоит у храма тьмы. Древнего таинственного здания, где проходят турниры бессмертных. Так мы еще не играли. Твой противник, черный клык, выходит из храма. Он супер накачанный белый чувак с 3 руками. Он хочет пустить тебе кровь. Он встает в стойку и врубается музыка. Готова? Давай. Первый раунд. Старт. Начинается первый раунд. Черный клык бросается на тебя и проводит двойной удар. Прыгай! Вот так. Он промахнулся. А, ты позади него. Скорее нажать. Бей его в спину. Ты мощно врезала ему локтем, сняв 15% здоровья. Да! Он разворачивается и проводит прием черная лапа. Что делать? Зажми назад и блок. Когда он проводит комбо, ты выставляешь локти. Ты скользишь назад, но урона не получаешь. Последний блок выводит его из равновесия. Он может встать в любую секунду. Скорее делай вознесение. Вниз, вверх, пинок. Ё-моё! Он тебя схватил. Чтобы освободиться. Да, рукой, блок, пинок. Это шквал клинков. А, надо было все сразу. Так его. Давай спецприем. Вниз, вперед, куда руку. Да, вломи ему. XXXB. Ой-ой-ой. Мы выиграем или нет? Так, так, так. Нет. Блин, 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 почти. А она хорошо рассказывает. Экран темнеет. Клинки Angel Knives начинают светиться. Она вонзает их в противника снова и снова, пока у того сердце не вылетает из груди. Затем ударом ноги с разворота она сносит ему башку. Из раны бьет кровавый фонтан. Всю сцену заливает кровью. О, класс! Это ультраубийство. Angel Knives торжествующе вздымает кулаки над головой. Ты победила. Я победила! Для первого раза неплохо. Ну как? Неплохо. Да кайф же! Ну, типа того. Ты слышишь? Слушай, нам пора назад. Мне пора назад. У тебя времени полно. Райли, если я опять накосячу, меня оттуда попрут. А завтра тогда продолжим. А, ей там нравится. Я не смогу. Ну, тогда в другой день. Ладно, а когда же? Мне приказано уходить. Откуда? Из Бостона. Меня переводят в отряд в другом городе. Я просила, чтобы меня оставили здесь. Но
Ты же знаешь, Марлин. Она спуску не дает, всех испытывает. А чё Марлин, а не Марлин? Меня заберут завтра. Ясно. И все? А что я должна сказать? Не знаю, дай дружеский совет. Я серьезно. Зачем мы здесь? Хотела повидаться. Нет, зачем мы здесь? Не знаю. Не знаю. Хочешь совета? Уходи. Давай, попрощаемся и все. Пойду гляну, что за музыка. Райли! Райли! Твою мать. Ну куда она делась? Райли! Райли! Походу, здесь зомбаки и появятся. Так, тут дверь закрыта. Учебники, ну почему-то тут. А, здесь может быть склад одежды был. Блин, пацаны, хочу залутаться. А тут нам не надо этого делать. А ты чего вылупился? Да не психуй. Ты такое когда-нибудь видела? Больше не разговариваем? Не знаю, сама решай. Слушай, хватит на меня дуться. Это я должна дуться. За что? Я просто спросила совета. С каких пор тебе важно мое мнение? Мы дружили. Мы были больше, чем друзья, а потом ты послала меня в жопу и смылась. Ты весь день. Тебя совесть мучает? Хочешь загладить вину? Я тебя прощаю. Я сейчас должна быть на другом конце города. Если меня, цикаду, тут схватят, мне конец. Не из-за мук совести я пробиралась через заставы, Элли. Да, я натворила такого, что теперь вроде как и не исправишь, но... Я пытаюсь. Кстати говоря, те водяные ружья, о которых ты мечтала, меня из-за них чуть не грохнули. Сюрприз. Блин, ну действительно, чего она хочет? Она же уйдет сейчас. И больше не вернется. Что ей нужно сказать? Что она хочет услышать? Ладно. Сначала я тебя уничтожу. Потом поговорим. Ох, я тебя замочу. Давай, попробуй, цикада. А где воду возьмем? Что, страшно? Ну, держи. А, нет. Нравится? Подлюга. Ой, блин, мы сейчас проиграем. Вот блин, ох, ты у меня попляшешь. Ага. Эй, нет, блин, я проиграла. Ну, блин. Ё-моё. Я тебя замочила. Что? Да ты и не попала. До нитки. Ладно, считай до пяти. Я спрячусь и начнем охоту. В кого первым попадут, тот проиграл. Ладно.
Закрой глаза. Раз, два, три, четыре. Или чуть-чуть подгляди, давай. Пять. Куда она побежала? Готова? Я первая попала! Ну вот! Эй! Наконец-то! Нечестно! Ну что, до двух побед? Давай, иди уже! Раз, два, три, четыре, пять! Тебе конец! Так и где же мы? Один-один. Ну, что теперь скажешь? Ты особо-то не радуйся. Считай давай. Давай, иди. Раз. Два. Пять. Кто не спрятался, тот лох. Справедливо. Иди. Ну, чётко. Блин. Ладно, пофиг. Зараза. Правильно говорит холера. Тебе и надо. Так тебе и надо. Да, знаешь что, тебе просто повезло. Повезло? Да. Хочешь еще разок? Я хочу, но... Тебе пора идти. Мне пора идти. Ну ладно, хорошо. Давай я хоть провожу. Она хотела, чтобы... Давай. Элли вместе с ней отправилась. Сейчас к цикадам, я только рюкзак возьму. Эй, слушай. Я тогда злилась, но я серьезно. Уходи. Ты ведь так давно этого хотела. Это твоя мечта. Мне ли тебя держать? Кому, если не тебе? Нет, прошу, не уходи. Я без тебя не смогу. Переживу. И ты переживешь. И мы с тобой еще увидимся. Эх. Оставь их себе. Мне-то они зачем? Ты все таскаешь этот плеер? А то. Покажи. На. И что там? Там твоя кассета. Да, тебе без меня будет тяжко. Заткнись. Брось все, пойдем. А куда? Увидишь. А ничего, что сейчас у них комендантский час, и могут прийти военные? Или зомби прибежать на звуки? Вот тупость. Все, передумала.
Ой-ой! Но вряд ли Марлин согласится. Стой! Райли! Она передумала. Решила остаться все-таки. Глупенькие девочки, ну кто же музыку включает? Джон! Кто-то стрельнул? Кто-то стрельнул. Все, ребятки, на этом моменте останавливаемся. Наверное, тут еще на серийку получится контента, может быть, на две. Надо будет посмотреть, какой еще хронометраж. Ну, блин. Печально, конечно. Девочка все-таки передумала, решила остаться, и тут такая беда. Теперь понятно, почему Элли хочет помочь Джоэлу, почему она решила себя отдать на эксперименты. Чтобы спасти всех остальных людей, чтобы как-то загладить эту вину. Хотя она ни в чем не виновата, но, видимо, она просто думает, что все это из-за нее. И раз она осталась живая, то она должна спасти всех людей. Ну, в общем, как-то так. Надеюсь, вам понравилось. Все плейлисты находятся в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.